Святитель Михаил Сенатский жил в Византийской империи на рубеже 8-9 веков. Он с юных лет стремился к монашеской жизни и рано поступил в монастырь на южном берегу Черного моря. Инок с усердием исполнял все послушания. Однажды, жарким летом, монах был на работах в поле. Люди изнемогали от жажды, но дождей давно не было, и источники иссякли. И тогда, по молитве Михаила, пустой медный сосуд наполнился водой. Ее хватило всем работникам. За свою праведную жизнь и мудрость Михаил был рукоположен в епископы города Синод. Епископ пользовался уважением византийских императоров и стал участником VII Вселенского собора. В 813 году на византийском престоле воцарился император Лев Армянин. Он был иконоборцем и считал, что поклонение иконам равнозначно поклонению идолам. Император начал преследовать тех священнослужителей и мирян, кто продолжал хранить святые образы и молился перед ними. Епископ Михаил мужественно противодействовал еретикам и обличал их заблуждение. Тогда Лев Армянин сослал святителя Михаила в заточение, где исповедник скончался через 8 лет. Его мощи хранятся на Афоне.